Адский рай? А, так это же, блядь, про ребенка-идола. Подожди, так это интригует. И талант видно. Каневского бы смотрели, если бы он так вначале. Чтобы ему умело солгали. Умело сосали. В этом мире обман. Невероятно привлекательная 16-летняя девушка. Ой. Им, блядь, по 10 лет. Вы чё, охуели? Японцы, вы чё, охуели? Смотреть на красивые вещи полезно для здоровья. Тут есть озвучка с названием Сейгекс. Надеюсь, он знает, что он сделал. Прикинь, если он не знает. Смотрите, это Мэй-Мэй. О, бля, what the fuck, это очень грустно. Это, короче, лысая анимешка, прикинь. Это анимешка с раком. Прикинь, ты такое видел когда-нибудь? С раком. А лысая, это голова огромная. Анима, голова огромная, лысая от болезни. Уродливый заяц на шапке. Ну, если выбирать лучшую, то её... А она пластическая. Блядь. Ей было всего 12. Судя по виду, она уже на 20-й неделе. Подожди, стоп. Подожди. Пельменная. Это она, это 16-летка? Это она заболела? Для первого осмотра. What the fuck? Вот это хвоебать. Да когда они вот такого, да что-то такого говна нахуй скатилось. Я сел Колю приучать к аниме, блять. И тут такая ебатория. Они нарисовали. Это худшая, слушай, это была худшая насмешка над страшной болезнью, когда они нарисовали лыску. Лысую, блять. С огромной головой. Она в шапке, откуда ты знаешь? Блять. Они нарисовали аниме с раком. Это же вообще пиздец полный. Над этим нельзя ни шутить, ни смотреть. А теперь 16-летка беременная, у которой... У которой полный живот говна. Стоп, стоп! Знаешь, что ты за... Ты точно с тобой? Стоп! И у тебя появятся дети. Что мы смотрим? Здесь холодно. Но идет полтора часа, ебать. Anyway, это все страшно. Почему она как одебилевшая разговаривает? Чтобы тебя никто не узнал. Но у нас тоже есть чувства. Это вообще мерзота. Счастье быть матерью. И счастье быть этой. Это мать? Мерзота. Обычно приходится выбирать. Малыша будет слишком большим. Тимур 2014 пишет. Лоб, тебе 30 лет, до сих пор дебильные мультики смотришь, пожди. Ага, неужели не стыдно? Мда, задротики в скобочках. Ответы слушать не буду, потому что сейчас делаю становую тягу в зале. Ну ты потом на записи посмотри. Я, слушай, я собираюсь так умереть. За мобильной игрой, типа Clash Royale, и просмотром вот этого, вот этой хуйни конкретно. Я увидел, что у нее запердолил, ей же 16, это важно, на самом деле. Если все стенки задеваешь, то нос по-любому так вверх сдергивается и прям проходит. Блять, Коля, ну что без тебя хуёво, что ты делаешь? Каково это родиться ребенком? А подожди, он переродится и ребенком? Бля, погоди, я угораю, не могу. Были у тебя сразу. Они, японцы, стыд потеряли, суки, вообще в край. Нет, этого не будет. Но это будет, но это нет. То смогу переродиться их ребенком. Сразу в двух. С чего бы мне? С запада пидоросню толкают, с востока безбожие полное. А то вот он, а второй тут. Да я говорю, девочка с раком, которая, анимешка. Ну-ну. А, они вдвоем? Ебанутые. Нахуя они в нее залезли? Вот такой сейчас. Я агу-агу. Вот такое сейчас. Сука. Я хочу насладиться жизнью ребенка по полной. Бля, это от души натуре. Будет шутка про сиську? Кошина Руби. Бля, у нее на лице написано, что она дебилка. Опа, началось. Погнали по сиськам. Все айдолы как под копирку. Ебать, комната со скептиками. А комментаторы в натуре, блядь, сидят, смотрят. Нихуя у самих ни голоса, ничего, блядь. Ни одного кей-поп кавера, блядь, не двойни, блядь. Эта девочка уже и мама, и родила, и петь умеет. Блядь, какие бесталантные зависти. Безбожие, полное безбожие, разврат, блядь. Откуда эта сексуальная энергия у 16-летки? Я не понимаю, блядь. А еще... Директор очень смел. А ты буквально нет, сам говорил, что это единственный возраст, в котором у женщин есть сексуальная энергия. Нет, я так не говорил. 16-летний, ты говоришь.
16:30? А прикинь, у нее в этой жизни тоже рак. Нет. Эта дурочка перед вами переродилась. Конченая дура это. Можно сделать запись, а потом пересматривать ее раз за разом. Бля, я не могу, этот, сука, пич, на котором она разговаривает. В натуре грязный звук, меня так хуёво. Почему? О, я... Почему? Тебе, похоже, больше нравится батарейка. Сознательно отказался? Как вцепился в нее? Бля, я не могу с детства к бутылке тянет. Это пересечение черты, все сейчас идет. Вы расстраиваете Христа. Его сейчас с молока развезет. А Робби это нравится. Блядь. Вы огорчаете Иисуса Христа. А зачем ей белую капельку на углу там рисовать? Ёбнутые епошки. То, что мать кормит свою дочь грудью, это совершенно нормально. И для меня это неотъемлемое право. Да, хочу порезать вены на яйцах, и у меня ни других слов нет. Как-никак, я сотканное заложил. Дерьмо тупое. Что они делают? Это же фанатские танцы! Поверить не могу, что они дети! Говорили, что прокладывается! Хуйня неба, сын, пошел нахуй, бля, слышишь? Че, короче, погнали на экс. А по-моему, это самое нормальное было из всего. Ща, ты смотри. Да хули у нее тут фонарики в глазах, блядь. Я закрыл чат. Я взяла вас, потому что вы меня умоляли. Но даже не вздумайте называть чай мамой на съемочной площадке. Не забывайте притворяться. Все, сука, нахуй это говно.